Приветствую, господа, на моем канале. Продолжаем проходить мод Barbarian Invasion за такую фракцию, как британские римляне. Да, я на этом ходу сделал все, что мог. Так что делаем ход. Так, а Варик тут у нас бунтует. Вот ведь нехорошие ж люди, а? Так. Да, давайте здесь все-таки ж возьмем этот город. Людей здесь стало поменьше. Население в осаде, господин. Готовы поднять паруса. Ставить паруса. Так. Франки тут никуда не спешат. Торопиться им, в принципе, некуда. Так, здесь немножко нас жители местные помяли, но ничего страшного. Да, давайте сделаем ход. Мне тут один зритель, кстати, да, недовольный моей тактикой и стратегией, говорит, что, мол, так и так, чё ты, Стас, забиваешься в углы? Так, отлично, 5000 мы с них сняли. Чё ты забиваешься в углы, чё ты используешь читерские методы? Перемирие, британские римляне, саксы. Ну, на что я ему сказал, что я играю как могу. Так, тут вандалы ушли из нового Карфагена. Ну и ладно, я подберу его. Так, давайте здесь возьмем этот город. Да, возьмем его автобоем. Жителей уничтожим. Так, давайте повысим чуть-чуть. Торговца можно, да. Сделать. Угу, отлично. Давайте переобучим войска. Так, здесь аварик. Давайте верфь. А, нужно, да, оружейника починить. Подчинить. Это дорого слишком. Так. Давайте здесь храм построим. Ну да, и здесь тоже, на порядок. Так, все, деньги закончились.
все закончилось. Так, здесь я часть войск в Лондон закину, а остальных заберу. И ход дам. Да, так вот, этот зритель недовольный говорит мне, саксы должны быть уничтожены. И почему-то подписался там Сципион. Причем здесь Сципион? Вообще, да, это крылатая фраза. Карфаген должен быть разрушен. Но сказал ее Катон. Это был римский сенатор. Причем здесь Сципион? Но все-таки ж да. Полет мысли я оценил, если честно. Оценил, да. Ну так, на троечку, да? На троечку, в принципе. За старание. Так, да, я как бы и сам рад саксов-то наказать. Но пока нету такой возможности, к сожалению. Вообще, эта игра... Total War... Эта игра... стратегии и возможностей. Бывает так, что не всегда получается то, что хочется. Или же нету возможностей. Так, хорошо, новый Карфаген я тоже взял. Так, здесь. Да, здесь можно еще повысить налоги. Так, давайте еще одну лодку на всякий пожарный. Так, да, я вот здесь вот остановился. Храм. Да, тут целая очередь построилась уже. С ожиданием. Так, что у нас здесь Дакия? А, Дакия ничейная. Здесь тоже. Франки никуда не спешат. Себе спокойненько. Развиваются. Так, давайте, может быть, налоги повысим, а? Где сможем. Так, 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 хорошо. Сколько у меня уже здесь? 10. Еще 4 региона нужно захватить и закончить эту кампанию. Так, хорошо. Даем ход, что ли, да? А вандалы-то бродят здесь неподалеку. Странные они вообще какие-то, эти вандалы. Так, орды надвигаются, вандалы. Ну да, это и понятно. Так, этих ребят можно сюда отправить на защиту. Так, вот у меня уже чуть меньше 100 тяжелой конницы. Отлично.
Так, да, здесь нужно переобучить этих ребят. И академию, думаю, построить. Да, здесь пока что еще нет. Сейчас посмотрим, что мы можем здесь нанимать. Довольно-таки неплохо. Так, неужели вандалы начнут войну с нами? Они ж наши союзники-то. Так, да, что тут у нас? Мятежники новые не появились, отлично. Я вообще думаю Аварик, да, сделать новой столицей. Давайте сделаем его столицей. Да, эти города тут сразу же недовольны. Недовольны тем, что столицу перенесли. Ну, ребята, кому сейчас легко? Придется потерпеть. Да, правда, налоги упали очень сильно. Но ничего страшного. Как-нибудь переживу, думаю. Да, вандалы идут к Кордове. Не очень-то это хорошо. Да, тут саксы подходят. Так, давайте здесь. Давайте вообще налоги повысим. Начнем со столицы. Так, в Кордове давайте повысим. Здесь также можно повысить на максимальное. Так, здесь, в Кордове, да? Да, все-таки же войска нужно переобучить. Ну и да, и здесь тоже нужно переобучить войска. Так, да, и академию построим. Да, вандалы здесь крутятся неподалеку. Ну и пусть крутятся. Да, римляне берберов прессуют. Так, а если я с ними замирюсь, с римлянами, а? Не хотят они. Ну, не хотите, как хотите. Так, ага. Разграбили франки здесь вот. Эту территорию. Алиманы тут же решили подобрать все это дело. Чем могу служить? Ваша честь. Так, в принципе, да. Что делать? Что делать? Имея в своем распоряжении только 1000 монеток. Ничего особо-то и не сделаешь. Ход нужно давать.
Угу. А вандалы-то не уходят никуда. Вот гады. Так, да, давайте здесь что-нибудь. Нет, здесь ничего ценного не построим. Давайте здесь засаду устроим. Так, и давайте что-нибудь в Кордову построим. На порядок, наверное, да? Или дороги? Да, скорее всего, дороги лучше. Можно еще, в принципе, форум заказать. Так, здесь все тихо, спокойно. Да, саксы здесь ходят, бродят. Ладно, пускай ходят. Может быть, с франками? Союз, а? Отлично, с франками мы союзники. Давайте ход еще сделаем. Угу, вандалы тут в Кордове все-таки ж продвигаются потихоньку. Так. Незначительная победа. Но все равно хорошо. Победа она и в Африке победа. Так, да, здесь уже можно флот поставить для защиты. Так, вандалы, вандалы, что мне с вами делать-то? Так, да, новый Карфаген недовольный, придется налоги понизить. Так, здесь еще одна армия есть. В принципе, нужно закончить уже захват этой Испании. Чем мы, собственно говоря, и займемся. Марабудуй. Ну надо же, вот имечко тебе дали. Благородный хозяин. Ваша честь. Так, далее, далее. Давайте храм построим. А здесь, да, здесь можно еще один отряд нанять. Аварик, ну столица недовольная, да? Недовольная столица. Давайте что ли из Лондона лучше, вот. Давайте из Лондона лучше подтянем. Крестьян.
Да, здесь поменьше налоги сделаем. Так, что же делать мне с этими вандалами? Как мне с ними поступить? Мешают здесь просто капитально. Ага. Наконец-то они показали, кто они на самом деле. Так, предательство, вандалы. Наша фракция самая развитая. Слишком много их. Хотя они довольно-таки покоцаны уже. Да, здесь вообще жесткач полнейший. Ладно, пока что посидим в осаде. Думаю, ничего страшного не случится. Да, вот здесь вот саксы ходят, бродят. Вообще бесцеремонно так. Так, что можно построить в аварике? Да, пожалуй, ничего не будем строить. 6. Вот так. Да, предательство от вандалов. Так, я не могу здесь своего дипломата нащупать. Ну и ладно, и бог с ним, с этим дипломатом. Ага, это у нас лидер фракции. Ладно, так и быть. Живите пока, вандалы, пока я добрый. Так, давайте одного в аварик закинем. Пускай там набирает опыта, набирает свои трейды. И, пожалуй, да, ход. Так, война. Франки-алеманы. Бывшие союзники объявили друг другу войну. Новая родина, готы в Венеции. Самая развитая фракция римляне Восточной империи. Так, да, здесь придется уже... Ага. Что же мне с вами делать-то? Давайте попробуем все-таки ж. Давайте все-таки ж попробуем. Этих вандалов, этих подлых предателей уничтожить, прогнать. В принципе, долго-то сидеть в осаде тоже плохо. Угу.
Так, сейчас выберем более-менее ровную площадку. Да, хотя тут особо-то и выбирать не приходится. Вот отсюда зайдем. Да, ну у него очень много конницы генеральской. У меня намного меньше. Так, да. Крестьяне. Вот. Давайте мы пока что вот эти вот ихние линии подкреплений будем уничтожать. Эти копейщики степной орды, крестьяне. А потом уже, да, потом уже займемся основными войсками. Вражеский полководец бежит. Слава богам! Затоптали. Его люди знают, что их судьба решена. Так. Так, давайте вот этих вот. Да, сейчас мне будет опять писать в комментариях, что ты забиваешься в углы. Но здесь нету углов. Здесь нету угла, здесь край карты. Так, да, вот уже основная армия. Так, 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 сколько я? 8%. Неплохо. А, насчет углов, да, вот. Смотрите, а что этот искусственный интеллект не забивается в угол? Не в углу он здесь находится, а? Так что, ребята, отставить подобные речи. Так, да, давайте там вот встанем в лесу. Так, стоять. Тут у нас конные стрелки. Быстренько на перехват побежали, да? Нужно остановиться и стрелять. Угу, да, эти уже начали стрельбу. Мои лучники пока что никак не отвечают ему. Ага, да, ну все, мои тоже начали отвечать. Угу, отлично, этих стрелков мы почти уничтожили.
Так, давайте легионерами потихоньку продвигаться вперед. Так, давайте бегом. Да, здесь просто ужасно невыгодная позиция. Здесь такая низменность. А с другого фланга он военачальников своих подтягивает. Так, здесь нужно прикрыться. Так, нужно минуточку, да, минуточку подумать. Да, все-таки ж у него здесь полководцев целая куча. Да, он даже рыцарей Грааля нанял. Да, в принципе, денег у них... Куры не клюют, это точно. Так, да, давайте и с этой стороны также прикроемся. Да, у него здесь стрелки, ну да, стрелки у него мощнее, чем мои, более дальнобойные, более мощные. Так, 32% и 4 я потерял. Так, ситуация, да? Ситуация. Здесь эти ходят, бродят и пытаются зайти. Так, давайте бегом, бегом поближе. С двух сторон заходит. Этот уже встал здесь, подготовился. Да, с этой стороны тоже все плохо. Так, да, заходит с тыла. Отлично, отлично.
Ой-ой, мой отряд обратили в бегство здесь, на этом фланге. Так, ну ничего страшного. Так, минус один вражеский. И здесь тоже он заходит. Так, началась конкретная мясорубка. Так, давайте этих ребят подтянем. Так, стоять. Да. Здесь, наверное, все-таки ж поражение будет. Хотя, в принципе, еще ничего не понятно. Так, сюда, сюда, срочно нужно сюда ударить. Слава богам, вражеский полководец мертв. Его люди знают, что их судьба решена. Да, и отступает. Ну мы, конечно же, так просто не дадим ему отступить. Так просто мы не дадим ему отступить, постараемся максимально нанести ему потерь. Так, нет, это наемники. Да, вот этих вот. Слава богам! Сердца врагов наполнились страхом, и они... Да, все-таки ж вытянул я эту битву. Хотя довольно-таки сложно было, да? Я уж думал, все, конец. Но нет. Ага, вот они, ребятки. Так, давайте мы эти части, которые в беспорядке отступили, мы их поодиночке попробуем разбить. А там он уже, основная часть его отступила к римлянам западным. Пусть они там вот их тревожат. Так, да, давайте поближе подойдем и себе спокойненько стрелками ихнего царя, этого вандала, перестреляем.
Так, так, так. Давайте, ребятки, все вместе. Давайте еще и конницей добьем его. Это героическая победа, достойная славы Ива. Отлично, он погиб. Битва быстренько завершилась, чему я, в принципе, не всегда бываю рад. Так, здесь. Что мы будем делать здесь? Господин полковник. Так, так, так. Вот так вот мы сделаем. А, да, здесь же лучников нельзя переобучать-то. Так, этих рыцарей Грааля слишком мало осталось. Так, давайте лучше 60 переобучим. Так, а вот этой вот армии, да, поможем здесь. Поможем этим ребятам. Так, да. Что у нас здесь творится? А, вот он. Вот он, дипломат. Здесь франки. Да, там саксы вроде бы с бургундами воевали. Нужно посмотреть, чего они добились. Так, готы у нас здесь в Равене, да? Сидят вроде бы. Если я все правильно понимаю. А такое тоже может быть. Это, в принципе, возможно. Так. Так, все, здесь следить, в принципе, уже можно и не следить. Давайте ход. Дадим ход. Да, саксы-то ходят, бродят здесь кругами. Ага. Господин! Император! Ухожу из армии! А я сейчас тебя заблокирую здесь. Полковник! Возле Кордовы заблокирую его. Полковник! Император! И пусть обломается. Так, подтягиваем еще силы. Так, здесь нужно конницу построить.
Да вообще бы и здесь тоже нужно конницу. 1100. Хотя нет, здесь не надо. Так, язычник. Язычник. Так, а вот этих вот двух ребят я, пожалуй, отправлю. Отправлю в Британию. Может быть, они что-нибудь здесь с порядком наведут. Да, в принципе, я уже сделал ход. Я уже сделал своеобразный ход. Повернуть обратно не получится. Так, сейчас мы вот этих вот ребят мятежных забьем. Так, аварик опять недовольный. Никак он не хочет на 60, на эти нормальные налоги. Хочет на низких сидеть. Ха, все хотят. А толку-то? Давайте ход дадим. А саксы-то здесь расширяются. Так, что у нас здесь? Угу. В Кордове мятеж. Еще этого не хватало. Для общего счастья и гармонии. Так, римляне Западная империя с готами замирились. Так. Господин! Давайте их здесь зажимать. Сделаны, да, особо-то он никуда не может дергаться. Так. Господин! Давайте вот эти вот переобучим. И заодно и крестьян переобучу. Так, отлично. Ну да, здесь римляне сидят себе спокойно, не дергаются. Да, здесь готы. Готы в Равене. В принципе, он довольно-таки удачно выбрал. Хотя не очень-то удачно. Равена, по-моему, языческая. А готы христианская фракция. Ему нужно было чуть-чуть ниже. А что, Виталий Чума, да? Виталий Чума. Да, бургунды держатся, кстати, да. Бургунды держатся. Так, здесь. Что у нас здесь? Давайте обратно нормальные налоги. Император?
Так, этих ребят на корабли. Так, может быть, чего-нибудь построить, хотя денег нет. Денег особо-то и нет. Да, арену можно построить. И все. И на этом все закончить. Так, 10 регионов, еще 4 нужно, да? Да, я тут копаюсь с этими вандалами. Никак их не могу. Так, да, здесь можно повысить. Здесь и так, здесь нет, нельзя. А здесь? Здесь и так очень высокие. То же самое. Да, здесь уже никак не повысить. Давайте ход давать. Они отошли, вандалы. Они отошли. Так, они здесь сделали засаду. Так. Бургунды и саксы в союзе, хотя недавно воевали. Бургунды, ломбарды, саксы, франки замирились. Саксы и бургунды... А, ну да, бургунды стали зависимыми от саксов. Да, эти саксы прям такие агрессивные, я смотрю. Всех здесь подчиняют, всех здесь... Так, давайте посмотрим, что у нас... Здесь тогда творится. Ага, саксы в самом конце. Я на третьем месте. Сасаниды на четвертом. Римляне падают стремительно. Ну и Византия. Византия, конечно же, на первом месте. С византийцами лучше не связываться. Так, я что-то потерял этих франков. А, вот, ничего я не потерял. Они здесь. Так, чего бы мне построить такого? Да, рынок можно построить. Так, здесь. Вот так. И в Лондон. Так, и денег нет. Вернее, они есть, но их мало. Рим болеет. Давайте ход еще один сдадим. Да, здесь, конечно же, флот. А нет, победа. Так. Сейчас, сейчас. Сейчас я им здесь засаду устрою. И здесь засаду устрою. С двух сторон ловушку я им приготовил. В принципе, у него здесь... Да, через эти горы он, скорее всего, не пройдет. Или не знаю, может быть, здесь есть все-таки ж проход. Так, ну да, здесь с двух сторон я ему засады устроил. В принципе,
Может быть, попадется хоть на одну какую-то. Так, что здесь хотите? А, ну да. Здесь вы так хотите переобучаться. Так, давайте форум, давайте все-таки ж на финансы. Да, у римлян здесь мятежи постоянные. То пятое, то десятое. Так, хорошо, засада на месте, засада готова. Главное, чтобы он попался мне. Да, друзья, вот такая вот кампания за эту фракцию. Римские британцы, британские римляне. В принципе, эта серия, я так думаю, подошла к концу. Хватит уже на сегодня. Смотрите дальше, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо за просмотр, всем пока.